Ой, господи. 28 марта 2021 год, Харьков, 20:21 по Киеву. В Харькове полнолуние, в Харькове так и, в общем-то, и везде. Такс. Луна все выше над горизонтом, но, к сожалению, дальше ждать у меня не получится. И, в общем-то, сейчас последний дубль. Предыдущим дублем снял МКС на ходу. Размазанное пятно света. Это, надеюсь, был все-таки МКС. И полную луну. Не терпится мне вернуться домой, посмотреть, что там получилось на мониторе. Ну а пока луна практически впереди, на ближайшем расстоянии от Земли, то есть под своей орбите. 360 тысяч сейчас километров до этого камешка нашего красивенького. Во всей своей красе. Солнечное зеркало, как замечательно мне сказали в комментариях. Так и есть. Солнечное зеркало. Сынуля назвал это отрезанной колбасой, что, конечно, гораздо менее романтично. Но тоже имеет право на существование. А также в комментариях присутствовала версия, что кратер Луны — это булькающая аварийня при варке. Ну и сыр. Традиционно для Луны. Сравнение. Да, но не могу я ждать, пока вскарабкается выше наше ночное светило, которое светит нам отраженным светом от солнца. Хорошо. Спасибо матушке природе за то, что с погодой все сладилось, за то, что облака разошлись, и за то, что можно наблюдать эту красотень. Двадцать 25 по Киеву, в Харькове 28 марта, и уходить все-таки не хочется. Как же оторваться от этой красавицы? Так. Пускай она побудет в кадре просто. Повскарабкивается.
Вот это, по-моему, лучше резкость, да. Моя гораздо красавица. Одинокая, величественная, плывет в холодном космосе. Доставляя удовольствие собой любоваться. Не, вот этот огромный кратер над Аристархом, море. Это наверняка не кратер, а море. Он мне как в тестах лучше напоминает лицо мужика бородатого, который направо смотрит. Нос вижу, брови вижу, бороду вижу. Так, сейчас, наверное, выдержку изменю. Еще темнее, или совсем это темно. Пускай лучи посветлее будет. 1 к 200. М, 50. Ну да, вот как раз голова мужика этого слева. А кратер Платон у него. Как бубончик над головой. Сейчас в углу щурится. Да, но с каждой минутой все выше поднимается. О, ветер поднимается. Все выше поднимается луна. Все лучше видно. Четче кратера. Меньше мешает земная атмосфера. Ох. Ну ладно, я не могу здесь торчать всю ночь, хотя хотелось бы. Двадцать 31 по Киеву, Харькове, 28 марта 2021 год, полнолуние.